Добрый день, дорогие друзья, Топ-сад, и вы на нашем канале. Сегодня по виноград Подмосковье, сентябрь 2020. Каюга американской селекции не подвел. Прекрасный сорт, практически без косточек, рудиментов немного. Листва замечательная, и урожай, вот как видите, превосходит самые смелые ожидания. Большой, вкусный, сладкий. Правда, в этом году неудобный год, и он созрел немножко позже. Но если немножко повисит, сейчас 20% по Бриксу, но обычно у нас доходит до 30-32%. Ну, вот видите, какие грозди обильные, сочные. Это с одной стороны двухполоскостной шпалеры и другой двухполоскостной шпалеры. Поэтому каюга американской селекции, я вам советую иметь держать. Не занимайтесь всеми амурскими и прочими кислятиной. А это крупно, видите, как... Не подведет. Не подведет, надежный и так далее. Листва, видите, практически не болеет. Надежный, хороший виноград, сочный, колоритный, вкусный. Идет и прекрасно и на стол, и на вино. Если смешать его с Виолайнсом или даже с Изабеллой, получится прекрасное вино. Удачи на даче вместе с каюгой в придачу. Подписан на канал. С другой стороны, виноград не растет, как вы все знаете, только у тех, кто его не сажает. Смотрите наши новые программы, новые ассортименты, новый виноград, новые сорта, о которых можно говорить, что они становятся легендой.